женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Давай! Но. А может, вы бы нас от зла не избавили? Ну, все, все, все. Да? Будь здорова. И браслет. Игни. О, сработало. Ну что, паскуда? Thank you.
На! Это место силы. Thank you.
Сама уж не знаю. Набрать. Ну. Неприятности ищешь? О! А может... Пошла! Ишь на полях гниль бугарской страны. Латва не так быстро. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы и не дожила. А так есть надежда. Что-то сомневаюсь, что мне приданое пригодится. Сохраните деньги Любе на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, милздарь ведьмак. За доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. Пошла. Добрая женщина, доведет ли меня эта дорога до Вези? Скорее уж до могилы. Не слыхали разве, что здесь грифон рыщет? Латва не так быстро. Теперь грифон. Верно говорят, беды никогда по одной не ходят. И путникам тоже не следует. Если вы один за деревню выйдете, бестия вас мигом учует и сожрет. Лучше подождите, как побольше людей соберется, и идите. Или золото есть, переждите в корчме. А нет, так я вас и у себя могу на ночь приютить. Давай! Торопись. Да?
Послушай, ты не знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара? Знаю, знаю. И это еще мягко сказано. Клара была моей подругой, единственным близким мне человеком во всем Белом саду. А потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом собрал всю семью и отправился в лес строить новый хутор. Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но... Ты сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастья на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково, хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать. Ну, чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот, возьми себе на радость.
Гнусный ты. Плотва. Пошла. Плотва не так быстро.
силы. Отсюда изливается мания. Опять мне косули деревца пообщипали. Как сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился. Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгеардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая — мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бору. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Увидимся. Да? Что такое? Занялся я этим заказом на Грифона. Ну и? Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много. И мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся.
Тайсон, Новиград. Бабка мне рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Вот так дурак случился. Не смотри на меня так. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме.
Но! Будь безрассудным. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Thank you.
Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Новиград. Хватит! Хватит уже! Пощады! Умоляю! Хватит! Хватит уже! Пощады! Умоляю! Лор айн артфяй. Это еще что? Эскладами! Я предупредил! Не считай. Стой!
поведет нас прямо на Новиград. Отдохни. Отдохни. Медальон дрожит. Это место силы.
силы. Отсюда изливается магия. Бы нам солнышко светило.